Всем привет! Смотрите, кто тут? Это Паша. Паша, вы уже знаете, вы его видели. Мы вместе с Пашей очень много снимали. У нас было много фэшн-съемок. Были обалденные съемки. Да, да, да. Какую ты сразу вспоминаешь? Двумя моделями. Там был дождь, и мы в проливной ливень, мы там снимали. Сейчас мы гуляем по району, где живет Паша. Это район Наксунде. Верно. Наксунде находится рядом с Сеульским государственным университетом. Вот, сейчас мы гуляем по рынку. Тут всегда очередь, Паша говорит. Вот. Называется Инон Сидянг. Инон Сидянг. Курочка, Тангсуюк. А, это Тангсуюк. Вот. Цены тут очень дешевые. 2000 вон тункасы. Тангсуюк 3000 вон. Это очень дешево. 3000 вон за танцюк, но тут одна вот одна чашечка такая вот, да? То есть порция на одного. Да. Ага. Ну супер. Место, локация, тункасы танцюк. Синдикан. Нямпумана тункасы. И когда я возвращаюсь поздно вечером, они до самого последнего стоят и ждут. Тут тоже известное место. Показывали по телевизору. Омух продают. Я потихоньку все, да, пробую. Да, да, да. Открываю что-то новое для себя. Вообще, на самом деле, очень прикольно жить в Корее, наверное, около рынка. Я до этого, да, жил в Осане, и там был огроменный, известный осанский рынок. Очень большой. И там было все. Ну и выгодно питаться, жить. Да, хорошо. Вау, сколько яблок. 5000. Вон, 10 штук. Ну, кстати, это хороший цвет. Я довариваюсь обычно. Ну, всякие продукты. Смотрите, какие хвостики золотые. То есть, такие кадры, да, получаются прикольные. А здесь я всегда беру самые вкусные манду на районе. О-о-о. Это сон манду. А какие тебе нравятся? Мне нравятся кимчи манду и с креветками. Ну, я смотрю, ты любишь остренькое поесть, да? Я люблю, обожаю. Я же кореец. Да. Здесь, к сожалению, сейчас он не готовит, но когда идет готовка, здесь все окутано паром. И он появляется из этого пара, как вот такой вот выходит. Как Аладдин. Да, как джин. Ну да. Забирает твою карту и все, и пропадает. Вот эти проростки. Да, кунамуй. Прям вот в таких горшочках. Прикольно. Он что-то сфотографирует. Но. Одежда разная. Море продукты. О, тут. Да, смотри. Ух ты! Ты себе тоже вообще можешь все покупать. Это 15, тот, наверное, набор чуть подороже. Ой, морские эти огурцы, смотри, вот они. Да, сэм, орина, куцана, дима, сюда, куцана. Да, орина, сэм, орина, орина. Нет, это нет. В Японии популярно и в Нидерландах, по-моему, если не ошибаюсь. Окей. Вот, ну давай я вот это возьму, угощу тут. Хорошо. А то Паша угощает курочкой. Вот. Местный зеленый автобус. Вот и все, мы прогулялись с Пашей по местному рынку. Спасибо, что показал. Всегда пожалуйста. Да, а сейчас мы пойдем за курочкой и отметим возвращение Паши в Корею. Еще хотела Полина присоединиться, но Полина, мы по тебе скучаем. Вот. Увидимся в другом дне. Вот, поэтому подписывайтесь на мой канал. И будет еще видео, где я буду с ребятами, мы погуляем или где-нибудь куда-нибудь там в студии соберемся. Обязательно. Будут еще классные выпуски. Все, пока-пока! Все, конечно, поражаются там, ну, нашему гостеприимству, то, что до этого, ну, слышали, что вот Узбекистан, там машина оттуда импортируется, как бы, ну, плов там,
Но когда приезжают, они просто поражаются. Еда дешевая, как бы люди добрые, открытые. И для них это вообще как бы... И поэтому, ты, когда ты говоришь, что вот ты не смогла вот там адаптироваться, да? Я вот понимаю, что сами москвичи, ну, вообще, они вот такие все-таки... Деловые. Да. Ну да, можно так выразиться. Деловые. Да, мне как-то в Корее комфортнее. Вот. Как курочка. Отлично. Да. Мне очень нравится. Все, ребята. Пока.